И всем привет, ребят, с вами Туз, и мы продолжаем проходить The Elder Scrolls 5 Skyrim. И в этой серии мы будем убивать какого-то генерала. Хватит это. Чё мне городит вообще? Спасибо, конечно, но ты это, призванный чувак, ты вообще не должен ничего говорить. Так, сейчас нам нужно... Ой, чё тут меч-то убрал. Достань меч. Так, нам нужно убить, короче... нашего генерала, который охраняет императора. А, украсть и убить Гая Морона, его сына, да? А чё там по карте-то? Он находится возле... А хер его знает, где он находится. Он, походу, в пути сейчас. О, беда, а. Так, он, давайте выйдем на улицу сначала. Надо, короче, подловить его где-нибудь. Сказали, лучше в городе его убить, тогда мне тут награду брать. Так, мы на улице. Чё, дракон, что ли? Звуки страшные. Так, он находится в пути, да? Где мы сможем его подловить? В какую сторону он двигается? Он двигается, слетит? Примет, сюда нельзя, я там столько дел натворил плохих. Ну-ка, подождем пару часик, посмотрим, куда он двинется. И вот сдвигается никуда, собственно, походу там и сидит. Давайте добежим до него. Там, в принципе, есть поблизости у нас метка. Окей. Темно. Ничего не видно, даже фонарь помогает. Где я вообще? Где интерфейс, Лидия? Где все вообще? Что-то пропало, короче, карта мини сверху. Еще, короче, ждем. Сейчас темно очень, ребята, вообще ни хера не видно. Во. Рассвет, короче. Куда идти-то? Почему карта пропала? Все, вон туда бежим. Я не знаю, почему интерфейс нет. Побежали. Что, это дракон, что ли? Ну, ёкарай, бабай, ты чё, здесь сейчас мне некогда с тобой драться. Ладно, давай, слазь, я по-быстрому тебя сделаю. Да не пробьёшь ты мой щит, наверное. Ха! Дракон! Да что это за говно? Стреляй в него, ледяк! Давай! О, молодчик, что это у тебя? Да я, подожди! Стреляет, паскуды. Так ты снимите его с неба. Садись давай, ящерица летающая. О, молодец! Нет, достану тебя, сука. Нет. Грёбаная курица летающая. Куда не садится? Я нету ничего такого. Ой-ой-ой, кстати, возьми щит обратно. Садишься, да? Ты умрёшь сегодня. Так кто-нибудь убейте его стрелами там нафиг. У меня есть вообще лук? А, егерь есть. Ну вот и егерь мы постреляем. Слушай, иди сюда, паскуда. Ну-ка, тварь, лети давай сюда. Опа! Попал. Попал. Опа. Попал. Чё он делает? Башкой в землю летит. Пикирование, что ли, такое? Да стой. Попал. Хорош. Так. Ладно, мы так его два дня убивать будем, серьезно. Да убейте его с лука кто-нибудь уже, а? Почему не садится? Так, кого-то еще убивает, тут еще прибежал, что ли? Иди-ка ты нахер, чувак. Дай мне тебя убить. Вы с кем-то деретесь-то? Боже мой, он нас полиганов напал. Стоп. О, хорош, наконец-таки. Тварь это села. Да возьми щит, дурачок, что ли, какой-то. Да что-то все выкинуто. Кровавый дракон, самый сильный, вроде говорили. Того. Но у меня дополнение дракон, ладно, стоит. А, там посильнее дракона будет. А нужно зелье связать. Давно я не вижу зелье. Это для меня забыл, как они используются. Все, улетает опять, да? Печально. Этот дебил дерется с полиганом. Нахер он полез? Он сдох, короче, теперь полиганы хотят убить нас. Молодец, вообще, красавчик, он нас полиганов еще загрел. Ну-ка, садись давай-ка. О, красавчик, все просто. Ты не дракон, ты прям золото. Ох, что такое? Он упал, походу, он сел. Смотрите, он проскоблил, походу, или нет. Ладно, добиваем его. Да давай. Готов. Странно это выглядит, ну ладно. Все, все. Фух, отмучился. 200 золота и немножко сапфиров. Валим, пока быстрее еще что-нибудь не произошло. Душа сама поглотится, блин, на его расстоянии, поэтому можно двигать.
Я правильно бегу? А почему-то интерфейс карты пропал, вроде бы он отвечает X-карту. О, да. Кнопка X отвечает за мою карту. Так, давай, давай, пролазь, пожалуйста. Нет, нет, не застревай, пожалуйста, не надо. Ух, не застревает. Не надо такие в ущелье заходить, застрять, есть шансы высоки. Пойдемте-ка на квест, смотрите, а цель квеста находится одно в здании, одно снаружи. Я тут чувствую, надо будет краситься, короче. А у меня с этим проблемы, меня спалят сразу же. Меня убьют, придется драться, видимо. О, Мишка ходит, ну и хер с ним. Значит, мне Мишка нужен, пусть ходит. Так, мы уже почти пришли, это какая-то деревня. Это какая-то деревня, правда, вот эти избушки стоят. Типа здесь генерал тут будет, да, сохранимся? Оп. Так, это что, курочки? Я думал, это мешочек какой-то. А, драконий мост. Здесь, в принципе, основал свою резиденцию. Ёкарь, давай, чуть трава. Со мной все будет хорошо. О, это гайд есть. Знаю, знаю. Но все равно помни все, что я тебе говорил. Будь начеку. А когда доберешься до городов, сделай свои наблюдения. Ты что ему плохие советы даешь? Вообще, короче... Я понимаю. Но ты преувеличиваешь. Я же отправляюсь проверять охрану. Ничего, их смотришь? Не оборачиваешься, и все. Будет хорошо. Слушай меня. Сын мой, если дело касается безопасности императора, что угодно может пойти не так. Впереди. Легкой дороги. Прощайте. А можете поговорить? Я вернусь, как только нам не о чем разговаривать. Отойди, гражданин. У меня важное дело. Почему это одиночки безопасно? Это была угроза? Так тупо с полиции подойти и сказать, что я его убью, это плохая идея, по-моему, вообще очень плохая идея. Надо зайти в пост и стырить, короче, у них эту карту навигации. Посмотрим, что за маршрут у него, и потом подловим его где-нибудь в городе, в городе. Леуки подрежем. Здрасте, ты кто? Эй, там! Да? Вы наверняка зашли не в тот дом. Нет, сударь, я здесь. Эй, там! То есть, может любой зайти, посмотреть, распорядок. Морнос, Солитьют, Имперская башня, Морнос вечер, Солитьют, чё, не понимаю. Не разговаривай ни с кем, чем меньше людей знают о твоей миссии, тем меньше опасности в итоге будет подтверждено. Короче, то есть у вас может любой зайти вот так, а ну отдай. Взять расписку, да? Эй, там! Ты чё, забрал у меня расписку, что ли? Назвал, забрал у меня расписку, да? А чё-то компрометируем письмо. А, это, короче, подставная записка. Подождите, он что, забрал мне, что ли? Подожди. Чувак. Даже не думай. Да, 58% украсть. Все. У тебя нормально, пойдемте отсюда. Хреновый у них пост, если честно, что любой гражданин может зайти, взять расписку, у него его отберут, он ее украдет, и все в порядке будет. Это как-то странно смотрится. Ладно, он поехал, походу, да? То есть вы поедете пешком без лошади даже. Не, ну вы молодцы, конечно, молодцы вообще. Охеренные вы стражники. Че, серьезно, что ли? Куда он исчез? Какого хера он так за час? Невозможно сюда за час добраться? Как он сюда попал? Серьезно? Как он сюда попал? За час до туда добежать? Да это только я с читами могу так делать. Окей. Блин, мы в какой-то хоррор реально попали. Тут лес темный. Ни хера не видно. Что-то ползает здесь. Что такое? От карга. Откуда карга какая-то? Да, Лидия, не подставляйся, пожалуйста. Я по ней попал нечаянно. Куда он делся, этот чувак? Он вообще убежал куда-то, да? Бля, хамуха, он какую-то другую сторону ушел. О, он в Рифтоне сейчас. А я не знаю, в Рифтоне. А, нет. Рядом враги. Какие враги, нахер? Надо успеть, пока он не убежал с Рифтона. Кто здесь меня врагами считает? Нет уж нихера. Блин, где враги-то? Не, серьезно, тут никого нету. Почему я не могу отдыхать? Надо бежать, хочу подальше. Во, все, здесь можно. Быстренько надо успеть, пока он из рифтона не свалил. Сейчас как раз темно, можно убить его, короче, где-нибудь в переулке, заколоть в темноте. Или с лука попытаться. Нет, с лука, я думаю, плохая идея, потому что он в броне, его не убьешь просто так. Вообще бы хорошо бы его с одного удара убить, потому что драку разводить это плохая идея, там сейчас бегут все стражники, меня посадят вообще за убийство. Но надо в городе убить, чтобы получить дополнительную награду, я хочу надо дополнительную награду получить.
Так, мы здесь. Ага, отлично, он еще в городе. Не двигаться. Приказ ярла. Чего ты? Какое? Чё? Чё? Какое тысяча? Подожди, да. Ладно, за какое убийство в Рифтоне-то? Я кого убил в Рифтоне? Я никого не убил в Рифтоне. Ладно, похрен, поймали. А теперь пошли. У меня украдено, это ничего идет, тут придется косарь заплатить. Ну ладно, ничего страшного не произойдет, наверное. Чего у меня пропало? Ну только там пару камешков было и все. Да, остальное у меня все мое было. Ну хорошо, что хоть я успел до выхода. Сколько у меня осталось золота? 6 тысяч, да, в принципе, нет, еще ничего не делаю. Где он быстрее надо найти его? Ага, он в баре, что ли? О, отдыхает, походу, в баре, пойдем в баре. Окей, окей, если он в баре, мы сейчас просто заколем его в кровати, это хорошо. Главное, чтобы охраны у него не было. Он же вроде один идет или с этими со стражниками. Судя по тому, что с ним было два стражника всего лишь. Их обойти, я думаю, не составит труда. А, нет, у него. Если в кошельке звенят монеты, то ты. Я могу его прямо сейчас заколоть, но это полезно. Присаживайся. Жители Рифтона. Здорово. Испытываешь мое терпение, гражданин. Имперцы вообще не безопасно ходить по одиночке. Знаков того, что даже не думай. Довольно вашим постоянным пьянством. Отриньте фляги. Письмо от отца, смотрите. Какое-то письмо. И примите учение прислужницы. Че? Че тут происходит? Че я делаю? Нет, Марамал. Мы об этом уже говорили. О, здорово. Грава. Мы наверняка он пошел, да? Нет. Лидия его тоже, походу, предсказать хочет. Семена какого ужаса посеяли? Хватит, Марамал. О, пошел. Ну-ка, сваливай. Не надо. Лидия, нам нужен стелс как-то сделать. Как повод, чтобы распугивать нам клиентов. Хорошо, Таля. Он пошел, ребят. Я покину этот вертеп разврата. За ним пойдемте. Мы тебя не выгоняем. Просто пропадем. Хорош, он пошел наверх, ты представляешь? А нам дай грешить. Там, короче, какие-то священники права качают, ладно. Сохраняемся, чтобы вдруг, если что... Кто-нибудь есть? Вот об этом я и боялся, в принципе. Что она его не убьет с одного удара. Типа, короче, это... Блин, спалились, походу. Я думаю, что сделать-то? Что с понятным есть? Мне нужен яд паралича, чтобы никто не увидел, что происходит. Яд. Яды у нас есть, у нас нет ядов никаких. Блин. Как его убить-то так с первого удара? 47 урона, это максимальный мой урон от меча. Придется еще раз сказать, что сплатите штраф за это. Дайте он сейчас зайдет куда-нибудь вообще далеко-далеко, там мы его закрыли. Отлично, ребят, отлично! Получилось! Нет, кто-то спалил меня, да? Ладно, закинем ему, короче, эту штуку. Где тут у меня там компрометирующее письмо? Валим. Здесь меня не спалили. Вроде они заорали, но... Мое умение сражаться не знает. Да вроде они, короче, не палили. Сваливаем. Сваливаем, пока меня спалили. Ты еще штраф не наешь, я видал сверху предупреждение вывел. Поэтому надо убегать срочно из Рифтона, потом не возвращаться сюда, пока зим не скинется штраф сам с собой. Ох, беда-то, беда. Почему он с первого раза не убивается? Я понял, сколько у него хп? Это у меня 6-кратный урон, по-моему. От меча это около... 200 с чем-то он урон нанес, у него чуть 500 хп было. Ужас какой-то крепкий. Может это из-за брони, в принципе, быть. Черт, повязали меня. Ладно, спрашиваю штраф. А теперь окей, ну мне, в принципе, 2000 потратил, 2000, наверное, и заплатит мне за это все. Дело-то. Давайте вернемся в наше темное братство. Где оно находится-то? Блин, я уже забыл, где оно находится, визита. Вот оно. Так, заходим. Паутин здесь везде, надо им бы прибраться там, у них братство, у них там грязно так все. Они еще в драгунских руинах поселились, по-моему, точнее в нордских руинах. Так, где эта баба-то? Слушай, я все сделал, поздравляй мне. Ах, наконец-то. Я с нетерпением ждала твоего возвращения. Круто, что? Ну как, тебе понравилось? Гайморн мертв. Да, я знаю.
И Астрид тоже знает. Тебе удалось выполнить все условия подарок. И заслужить награду и косарь подарок, и талисман дали. Но знай, что возникла что более происходит? Срочная проблема. Какая? Это Цицерон. Опять что-то сделал? Он что, сдох? Иди в убежище, Астрид все объяснит. Окей, окей, сейчас. Что мне дали? Амулет какой-то новый. А, капюшон с маской. Смотрите, мне дали капюшон тени с маской. Ой. Прикольно, слушайте. А это что? Это было, в принципе. Чего мне дали амулет Северянка? Это не то. Странный амулет. Мне, наверное, капюшон с маской сделали. Дали, наверное, за награду. Ладно, хер с ним, побежали. Что там происходит-то у вас? Чего вы тут без меня ничего не можете сделать? Че Визард? Че с ним? Спасибо, дорогая. Ты так добра. Боюсь. Он что, зарезал кого-то? Причинен мне шутом раны. Так исцелите его, блин. На теле так же плохи, как и на вид. Проклятие. Такого вообще не должно было произойти. Мы же были осторожны. Мы были осторожны и все же не досмотрели. Признаюсь, даже я не могу не согласиться. Я знаю, Марон мертв, ага. Но сейчас у нас другие проблемы. Какие? Габриэль. Дурак совсем сошел с ума. Окей. Он ранил Визару, попытался убить меня, а потом сбежал. Я да вообще больной, если честно. Психу нельзя доверять. Боюсь, так и есть. Цицерон закрутился, как смерч. И давай крушить все направо и налево. Было бы смешно, если бы он не пытался... Больной ублюдок. Если бы его сразу был убийство. Чё? Слушай, нам нужно решить эту проблему. Ладно. Тебе нужно решить. Конечно, какой меня-то будет, Иван, что делать? Тебе нужно найти этого сумасшедшего и убить. А где он находится? Но сперва найди моего мужа. А кто муж? Убедись, что этот чувак. После нападения Арнбьорн был просто в ярости. Ага. Когда Цицерон бежал, Арнбьорн пошел за ним. Окей. Они исчезли. А он же этот оборотень. Обыщи комнату Цицерона. Может, там есть что-то. Если что-то найдешь, тут же сообщи. Мне нужно позаботиться о Визаре. Ага, и хорошо. Успокоить остальных. Он же оборотень, короче. Кто его завалит-то? Он превратится и все завалит сам. Окей, что она там, комната Цицерона этого больного чувака? Вон там он далеко. Так, нихера, у него, конечно, комната. Все, конечно, кто такой комнате жить будет? По-любому с ума сойдет. Говно всякое валяется. Кинжалы, мечи. Бери, не убивай, не хочу, е-мое. Так, ну все в порядке, я здесь. Мы нашли зацепочку. Это сотку стоит дневник Цицерона. Да какого фига? Кому нужен его дневник за сотку продавать? Ладно, что он пишет? 30-й день месяца заката солнца. Секундочку, я перемещу вот так вот. Все будет лучше. 4-я эра, 200-й год. Я писал письма такие вежливые, такие официальные. Астрид Скайрим. Ее убежище еще стоит, еще действует. Но каким образом? Без слышащего нет черного таинства. Без черного таинства нет контрактов. Ее семья может отбросить старинные обычаи и выжить, и убивать, но остается ли такая семья братством? Или станет чем-то иным? Новым, другим, неправильным? Да, именно неправильным. Все равно, нам пора. Завтра мы отплываем. Поплывем по волнам. Нынче здесь, завтра там. Одна она и я, и она и я. Он вообще больной. Короче, следующий. 22-й день месяца вечерней звезды. Меня уже тошнит. От тряски волны, штормов, качки от этих серых волн. Я читаю о Скайриме, о старых временах, о добрых временах. Старинных обычаев было еще одно убежище. В Донстале. Хорошее, древнее, сильное, благословенное ситисом, блин, ужасный почерк, ужасный шрифт просто. Цицерон отправится туда, нам не нужна Астрид.
Поселимся там с матерью. Она наконец заговорит со мной, и мы возродим старинные обычаи вместе. Короче, он, походу, в Данстар свалил, поэтому там мы его найдем. Вообще, все вот эти вот злодеи, они немного туповаты, они оставляют свои дневники, куда хотят идти. Причем они пишут в дневниках, куда они хотят идти, и оставляют их потом в таких вот местах примечательных. 23-й день месяца, короче, на следующий день. Пароль у меня, я нашел его в письме, таком же древнем, как самоубежище. Черная дверь спросит, что есть величайшая иллюзия жизни, и я отвечу, невинность, брат мой. Наконец-то будет мне место, чтобы назвать своим и замесить тесто. Блять, ой, извиняюсь, он, короче, с ума сошел уже вообще. Джокер замесит тесто и вылепит черно. И вылепит дурака червей. Четвертый день месяца первого зерна. Убежище, настоящий дом. Я смел надеяться, не зря смел. Прохладно, темно, очаровательно. Мое убежище это всех. Я знаю каждый его заколок, каждый зал, каждую нишу и альков. Мое убежище, стражи узнают меня. Признали во мне хранителя. Они не трогают бедного Цицерона. А вот большой гадкий зверь, другое дело, он бы сажал меня, если бы не мог. Но чтобы поймать меня, сживать меня, ему нужно догнать меня. Боже, какая-то автология. А Цицерона попробуй догони, у него же есть убежище. Убежище это всех, от всего. 13-й день месяца первого зерна. Я не помню, если он свалил в убежище, как он еще пишет вообще. Ладно, хер с ним. Убежище это безопасность, это спасение. Но тихо, как же тут тихо. Я отдаю свою любовь темной матери. Я дарю ей хохот, но я не слышу ее. В ответ лишь тишина. Сейчас я хохот... И когда хохот стихает, я вновь слышу тишину. Тишину пустоты. Ей нипочем расстояние и время. Тишина оглушает. Опять. Короче, еще прошло целых 20 дней, по-моему, чем-то там. Первый день месяца руки дождя. Мать и хранитель должны уходить. Я не слышащий, никогда им не буду. Но я хранитель, я должен служить матери. Это превыше всего. Я должен найти ей слышащего. Я должен направить Астрид на путь истины. Показать ей красоту и нужность старинных обычаев. Я отправил от Астрид письмо. Мы скоро уедем. Уедем, да. Но это убежище останется Цицерону. Место, где можно отдохнуть, отточить мастерство. Ибо я вновь возьму в руки оружие и буду отправлять ему души счастливцев, хотя во все горло. Короче, он с ума сошел, начал опять убивать. Короче, этот чувак, видимо, умеет драться так нехило, потому что он заколол нашего почти. И вообще он, короче, беспредельщик, если честно. И стихи у него говно, если честно. Вот такой вот. Так, быстренько. Фонарь напяливай и погнали преследовать Цицерона. Он, короче, в Данстаре. В убежище каком-то. Ох, что-то лагает, все прогружается, игра. Так, что вы тут, короче, не вылечили его еще? Удалось что-то найти. Да, короче, вот дневник Цицерона. И что? Там написано, ну, вот, куда даже он мог бежать. Да, написано. Да, заброшенное убежище в Данстаре. Мне известен пароль на вход. Убежище в Данстаре? Угу. Зачем? Ну, там беспалено как-то. Ладно, неважно. Тебе пора идти. Я пойду. Давайте. Живо. Да, я каждая понял. Каждая минута на счету, так что возьми моего коня. Тенегриф, ребят. Зовут... Я знаю Тенегриф. Его. Найдешь его снаружи у пруда. Скажи. Скажу лишь, что он один из нас. Ну-ка, ребятки. Найди Арнбьорна. Убедись, что он в порядке. А потом отправь этого шута в пустоту. Ну, это я могу. Это мы практикуем. Мы практикуем такой каждый день. Есть ли возможность найти Слушай, другое решение? Темное братство — это семья. Ага. Убежище — это семья. И мы всегда принимали тех, от кого отворачивалось общество. Вервольфов, да? Магов, вечно десятилетних вампиров, понятно. Да кого угодно. Честно говоря, редко мне попадался псих, который бы мне не нравился. Цицерон подошел, короче. Проблема Цицерона не в его безумии. Он привержен древнему устаревшему. Ну да, они, видите, откололись, короче, это уже пути не темное братство, это чисто это уже не наши пути. Он просто не мог смириться с этим, и теперь ему придется заплатить. А еще раз разозлился Цицерона? Да вроде нет. По крайней мере, я об этом не знаю. Но, да просто он больно честно немножко. Честно говоря, в последнее время я не скрывала раздражения от всей этой ситуации. Подчиняться матери ночи. Сделать тебя слышащим. Просто смешно. Так не надо, чё ты, ну ладно. Цицерон, похоже, подслушал, как я говорила с другими о матери ночи. А, то есть ты их там опозвала. Это драка на почве, короче, религии, отвечаю. Но так далеко зайти, попытаться убить главу убежища. Как он вообще свалил из вашего убежища? Цицерон поплатится за это жизнью. Жизнь задрещит вообще. И никак иначе.
Не, ну как реально, как он прошел мимо всех их, короче. Ой, все, короче, хватит. Тенегриф, ребята, это, короче, очень крутой конь. Я слышал про него, он, походу, вообще такой должен быть, короче. Его, может быть, призывать, и он, по-моему, бессмертный, хотя я не уверен. Но мне о нем много кто рассказывал, там интервью есть. Я посмотрю сейчас. Увидим сами его, посмотрим, как он выглядит. Конечно, погрузилось, тут минут 5, наверное, жду. Так, он сказал возле пруда, давайте сейчас сохранимся, во-первых. Что происходит? Я слышу звуки. О, дракон, что ли, опять? Так, что-то все типа... Вау! Вау, круто! Это адский конь какой-то, посмотрите на него. Вау! Тенегриф, короче. О, у него рука есть. И нога трясется, и две ноги трясутся. Круто, давайте-ка прям на перевышечку пойдешь, чувачок. Вот так вот пойдешь. Хорош, ребят, ты видали? Что у нас есть? У нас есть, короче, коняшка адская, нихера себе. Ну, какая она, быстрая вообще, нет? Где там, куда нам ехать вообще? Мне вообще нахер ваш конь не сдастся, если цель далеко находится. Я пешком бежать, я просто перемещусь быстренько. Без обед, ребят, я на коне не хочу бегать сейчас 2 часа туда. Бежать я к концу серии только прибегу, поэтому давайте вот так вот сделаем. Ладно, мы приперлись. Мы остановились. Ну, типа, мы, короче, ехали, все дела. Коняшка-то довольно-таки не очень быстрая. Хотя нет, смотрите, она очень быстрая. Быстрее, чем ту, которую я покупал, которую сожгли потом. Да, плохо с ней получилось. А, Данстар, это же не Винтерхолл, да? То есть тут, блин, я спутал Данстар с Винтерхоллом. Я думал, это будет эта скала. В принципе, здесь недалеко где-то. А как я раньше ее не видел? Тут же прям Мэйди маркер стоит. Я как раньше-то не находил это убежище. Значит, ее не было здесь раньше, я точно говорю. Так бы я заметил, я бы сразу пришел. Че, нашли? Где это? Вон дверь. Или кто тут? Тут кто-то есть? О, это этот чувак, оборотень же. Здорово, чувак, я пришел. Можно было догадаться, что вас... Ну да, ты тут подыхаешь. Здорово. Чувак, тут я это... Ты ранен, чувак. Ну ладно. Правда, что ли? Вот я тут. Да. Блин, я капитан очевидец. Что ж, маленький шут умеет ножиком махать. Ничего не скажешь. Но не волнуйся, я тоже не промах. Сейчас сдохнешь и будешь промах. Где этот сырон, куда он пошел? Вон туда. Ну ясно, понятно. Там похоже какое-то старое убежище. Я бы пошел за ним, но я не знаю пароля. Ладно, ты тут решил сесть и умереть, да? Я знаю пароль, я вижу. Ой, не догонится все равно, а ты иди домой. Ладно, иди я домой. Тебе верю. Да и вряд ли от меня было бы много проку. Этот сморчок меня здорово порезал. Ты превратился в оборотня. Я его тоже порвал. А, да? Почти наверняка пробил артерию. Не знаю, что ты там найдешь, но можешь короче просто идти по кровавому следу. О, походу, это от кровотечения скончается. Хотя, я не знаю, здорово тебе, посмотри, какой-то крутой, просто глаза эти, ухах. Прям вообще крутая коняшка, у него даже криво есть большая. Ладно, сделай хватит. Сделай одолжение и убей этого шута дважды, чтобы наверняка... Ну, это я, конечно, не могу обещать, но все сделаем. Погнали, что, ребят? Что есть величайшее... Странные двери, стрёмные двери у них. Стрёмные двери, если честно. Фокус, где поможешь, женщин в полам режет. Счастливый бурак, мечты, это реальность, реальность, это мечта. Вот это. Все, сейчас мы ему дадим люлей, короче. Мы прошли, и теперь его ничего не спасет, отвечаю, вот все. Так, ну мы здесь, смотрите, я же думаю, это тут сейчас будет что-то, короче, массовое смертоубийство и прочее. И я думаю, броня, братство мне что-то вообще не поможет, короче, меня тут заколит кто-нибудь. Поэтому пора одевать мою броню, которая на льде находится. Да, плохо будет. Ладно, хер с ним, короче. Подеремся и так в этих шмотках. Слышащий, это ты? О, ну, я знал, ну, да, что ты придешь. Пошлите лучше, чтобы сокрушить. Какой ты лучший, просто прыгнул чувака и убежал. Знал, что ее глупый волк не убьет хитрого цицерона. Кстати, дорого стоит. Он переоделся. Я чувствую, что он, короче, не человек вообще. Смотрите, он скинул свои шмотки. Это еще тогда тварь какая-то большая. Так, что за шмотки-то? А, это не его, короче. Это тоже не его. Вот, смотрите. Надеяние тени. Вот. Скрытные атаки одноручными... А, нет, это не то. Штовка одежды. Цены выгоднее одноручные. В принципе, это можно снять с очарования. Скрытые атаки. Это то же самое, что и у меня, короче. О, смотрите, 30 у него. А у меня сколько дает? А у меня башка дает, короче... Где моя башка-то? 25. Не хочу я менять этот шутовской колпак, хоть он лучше, но он некрасиво выглядит. Эта штука-то лучше выглядит. И, я думаю, лицезреть дебилов в маске, короче. Ой, в шутовском колпаке не очень охота. Так, а тут ничего нету полезного. Погнали его, короче, колоть. Ох, это кровь, смотрите-ка. Сохраняемся, чтобы, если что, в случае замеса не погибнуть здесь.
Оба. Страж святилища. Это, короче, призрак. Так, паскуд, ты что делаешь-то? О, какой ты сильный-то. Нихера себе, меня вынесли просто за раз. Так, это вообще не порядок, ребятки. Очень сильные мужики эти. Давай еще разочек. Главное ставить блок. Лидия вообще разберется, короче. Во. Я Лидии дал самые мощные шмотки, пусть она и разбирается с ними. Я просто буду сзади подтвердывать. Тыкать их ножами. А вот она пусть танкует. Во, призрака, правильно, призрака мечом, конечно. Отец. Отец тебе не поможет. Все, хана, исчез, короче. Так. Мне кажется, или фонарь потух? А, нет, смотрите. Призраки мощные. Если такие призраки мощные, Цицерон, наверное, ничего не будет. Но матери нужно кое-что еще. Арбалет. Смотрите, арбалет темного братства. Кожа, короче, это надо взять, да? Давайте возьмем с собой. Ты убьешь хранителя? Или мне убить слышащего? Вот это уже безумие! Так, ну все понятно, он, короче, съехал уже. Шарики по руликам поехали. Так, что тут у нас есть? Кошель с монетами, это я за. Сюда. Железный кинжал, септим. Как он вообще умудрился кого-то заколоть каким-то кинжалом? Что за... Оооо, ёкарнабай. Давайте сюда, призраки. Давайте. Да, это лучше. Мой дом хорошо защищен. Я уделял внимание деталям, понятно? Говно твоя ловушка, я просто прошел. Да говно твоя ловушка, чувак, не проканает на меня такое. Ты чё, я не аутист какой-то? Ой, подожди. Все нормально. Вон даже Лидия не упала. Это вообще, если Лидия даже прошла, то у нее IQ-то 10. Она в проходах застревает, то я тут тем более пройду. Что там вообще внизу было, если меня столкнули? Ой, там масло. Не, туда я не хочу походить. Придется спускаться все равно туда. Так, что у нас тут? Опять сапоги тени. Ой, броня теней. Дорого стоит. Опять кого-то режут. Лидия разберется у нее. О, тут такие дорогие, короче, книжки. Книжки дорогие здесь очень. Лидия, давай быстрее. Завали ты уже его. Подожди, душа нужна, все. А, у меня нет, конечно. Ко мне душ нет. Печально. Лидия, не пожалуйста, не надо. Я не загорелась, все. Я не хотел поджигать ничего. Ладно, это какая-то вещь немного. Очень мало народ урона наносит, но ее так слили. Блин, какая-то херня отвалилась сверху и все загорелось. Я думаю, я сдохну. Ладно. Железные перчатки, железный меч, говно, говно. Это оружейное, по-моему, тут ничего особо хорошего-то не имеется. Наличие. Пойдемте отсюда. Ты еще здесь? Конечно. А, конечно, Цицерон, он уважает способности слышащих. Да я его догоняю. Но ты не можешь хоть немного помедленнее? Не. Я уже не тот, что прежде. Я сейчас дойду, подожди. Ты там это, не откидывайся, да я сейчас дойду до тебя и сам порежу. А то сейчас сдохнет сам. Это какой-то вообще трещавый призрак был у нас? Ой, это что за херь? Красная. Это красный призрак или что? Что с ним? А, он просто горел. Ай-яй-яй, что-то вылазит здесь. Да, это наш приз, окей. Я думал, кто-то призвал что-то. Нам нужно зелье вот это вот. Отойди от меня. Иди, Лидию бей. У нее броня моя. Ты что творишь, мать твою? Ты видели, как он меня бьет просто кучами? Хера себе, ты что делаешь вообще, дикий какой-то. Их смотрите, да, они исчезают. Давайте исцелимся немножко. Пытаемся хотя бы. Ладно, хоть немножко хп исцелили. Мне предлагает качать магию, но я не очень хочу ее сейчас качать. Мы уже прокачали одну ручку, другую ручку, все это есть. Я думаю, будем хилиться всяко разно. Вот этой вот магией будем немного хилиться, будем хилиться зельями, будем хилиться свитками, будем хилиться чем-то еще. Едой там, я не знаю, что еще. Ох, проходы, конечно. Что-то мне кажется, что что-то опасно. Да, ой, олень. Ой, смотрите, тут у него серебряное кольцо валяется. Чего один делает? Сначала в убежище этой части не было. Назовем это вынужденным расширением. Кто вынудил, спрашивается? О, просто зайди и увидишь. Что-то мне кажется, здесь какой-то тигр живет. Ладно, давайте на этом закончим вместе. Вот, в принципе, на этом серия длинная получится, иначе очень будет длинной. Ну, это все, ребят. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите уже комментарии. Всем до встречи. Всем пока.